Сегодня мы приехали в один городок. Здесь магазин, который работает всего два раза в месяц. И так как сейчас очень мало фломартов, вот мы ездим такие закрытые фломарты в магазинах. Возможно, кое-что я куплю здесь. Возможно, буду где-то молчать, потому что съемки запрещены. Это винтажные платочки. Ну, кое-что, конечно, я уже нашла. Пойдемте, я вам покажу. Этот отдел игрушек. Это сумки. Я бы взяла, конечно, этот сундучок, но здесь он испорчен. Увидела, посмотрите, вот такая вот полка для браслетов, для бус. Не знаю, сейчас посмотрим, возможно, я куплю ее для себя. Сейчас вот идет мой Хуберт, сейчас я покажу ему. Фюрмич. Пинчон? Хуберт, keep mine corp, окей? Okay? Mm-hmm. Модерн. Sie müssen noch Blumen reinstellen. Weißt du? Und wenn sie zu klein sind, fallen die um. Кальян. Хуберт Хелфен, диза ваза. Видели вазу? Сейчас посмотрим. Мы взяли эту вазу. Не знаем, цен нету. Они считают потом на кассе. Я вам скажу, какая вышла сумма. Пойдемте в другой отдел. Ду. Окей, Цузамен. Я отдала короб один полный Хуберту, потому что неудобно. Очень много чашечек одних. Есть красивые тарелки, но нет чашечек.
Без чашечки, нет тарелок. Яйца. Вот очень красивые, но она без клейма. Так, возвращаем назад. А Данки Хоббит. Вот интересный сервиз, Шуман, очень-очень легкий. Два кофейника на 12 персон, но чашечек, конечно, не 12 уже осталось. Будем еще смотреть. Мешает рюкзак. Ройтер, кстати, очень хороший сервиз и роспись, ручная роспись. Очень хороший. Здесь? Знаете, здесь уже одна дорога, если здесь у вас адрес есть. Куча Ройда. А вот да. Знаете, здесь уже. А модерны, нихта, альтхубер. А вот знаете, здесь уже. Дизе. Ich kaufe auch mal was für uns. Ne? Das war auch mal so viel. Schau mal, das zum Beispiel. Ne? Das habe ich jetzt gedacht, eventuell für uns. Schau mal. Schau mal. Für uns. Zu Hause. Oh ja. Das ist Winterling. Ja, schon. Hm? Schon. Meinst du, das ist 6 Moldau mit Milch, mit allem drum und dran. Weiß nicht, was es kostet, aber das wird mir selber gefallen. Ja, und jetzt los. Was du? Milch kann ich dazu. Schön, ja. Das ist schön, das gefällt mir. Ja? Okay, ich bezahle. Nein, das geht nicht darum, dass, das bezahlt, dass du das bezahlst. Ich sag nur, wie es dir gefällt. Verstehst du? Mhm. Филе Вайн, да? Нахт. Нам же везет, они мне дахаем, да? Угу. Я. Мань Джейса. Можно будет сильно? Понял? Ну, в этом отделе только стекло. Роскошная вас. Hubert, komm zu mir.
noch. Danke. Вот это, ребята, александритовое стекло. Две рюмочки нашла. Прям очень-очень довольна. О, иншульдига. Ну, хрусталя очень много, и, наверное, не будем акцентировать на этом внимание. Может быть, в следующем видео.